Мы приехали к ребятам на монтаж и смотрим наши теплицы. Это еще первые. Видите, здесь стена как закрыта. Первые стоят. Вот про минусы-то я всем говорю, перфоленты, профи. Вот эта грязь, она вся здесь. А полик сам чистый стоит, видите? А грязь вот немножечко вот здесь вот оседает, вся, которая вода стекает, она в перфолент. Но зато лист, как мы видим, он чистейший. Чистый. Видите, сколько тут наших теплиц? Целый комплекс. Павильоны, еще 70-35. Это четверка стоит. 4. А что вот в этой четверке у вас? Здесь гусь? Помидоры. Помидоры? Помидоры и персики. А вот это тройка. Здесь арбузы, огурцы. Так, а вот еще стоит четверка же. Ну, это виноградная. Это виноградная. Еще, видите, старые двери еще, не новые, то есть не обновленные. И здесь вот конструкции всевозможные летние, да? Под виноградники. Видите, как все сделано. Здесь закрыли немножко. Там вот купол, видите, из пленочки. Делали в прошлом году, в этом году вот тут небольшие сделали мы, все, вот, чтобы закрыть. И здесь вот, и все это пленочка, да, как бы сделать? Да, здесь пленка будет, все пленка. Вот видите, как все здесь, какая оранжерея какая у нас получилась, огромная. Вот видите, как все тут закрыто. Это, вот мы делали первые навесы, потом вторые, потом вот здесь такой комплекс, можно сказать, надо откуда-то издалека выйти. Посмотреть со стороны. Сейчас покажу, обойду. Вот такое хозяйство, целое фермерское хозяйство. Всем хорошо видно, слышно. Сейчас зайду. Вот не видно, вон там, видите, какой огромный. Если сбоку посмотреть, то они там вон и вот так вот. Огромный, видите, какой. Виноград, да? 30 сортов винограда. Вот так на Урале растет. А говорят, не растет ничего. Так что... Недавно закончился только. Виноград? Середина, да, середина июня. Все, я к вам жить перееду. За виноградом и за арбузами. Так вот. Ребятки у нас поработали. Четверочки еще светлые, поэтому вот так вот. Ну все, вы довольны, счастливы? Очень. На следующий год еще ждем. Надо вот смотреть, сколько у вас поля целое еще. Вот тут еще. Уроют. Нет, тут надо сразу поставить восьмерку, 8 на 15. Это картошки. У нас одну заказали, 8 на 20 под картошку именно. Теплицу выращивает. Это, наверное, выбили тогда уже. Пишут, зачем столько много. Это садоводы. Это мы же маньяки или фанаты. Фанаты. Так вот. Так что. Есть к чему стремиться еще. Ладно, поедем мы домой. Спасибо вам. Спасибо. Ну вот. Ваши конструкции. Да. Мне еще это впереди. У меня также застраивается все. Поэтому... Все тоже в теплицах. Так. Все, домой. Поехали. Все, Денис, рассказывай. Что ты сегодня делал? Вот же все видели. Вон там. Все видели? Накрутили на вертеле. Там. Так. Накрутили на вертеле. Все. Сказали, тебя летом позовут арбузы и виноград кушать. Но надо только будет приехать поработать сначала. Не, зачем что-то делать? Лопатой? Поливать? Кто любит труд, газосварщиком зовут. Газосварщиком зовут? Михан, а тебя как зовут? Я монтажник. Монтажник. Бывший дворник. На все руки мастер? Все руки. Ладно. Леня, ты чувствуешь, улыбаешься даже, а? Домой? Все шутки.